Сборная России стала победителем международного футбольного турнира «Кубок легенд». В финале в Москве наша команда разгромила Германию со счетом 8-2. Дубль оформил Алексей Смертин. По одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Оленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зарядов и Евгений Алдонин. Сборная России становится победителем этого «Кубка легенд» в 9-й раз подряд. Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарем немец Йенс Леман.